Всем привет! Пришло время пересаживать гигантскую тыкву в открытый грунт. И сегодня я покажу, как я это делаю. Вот мои тыквы. Уже они имеют по 2 и 3 настоящих листочка. Кстати, до этого времени они добыли девяточка в горшках. Посмотрите, ихняя корневая какая. Уже места им тут мало. Но еще держится. Видите, листочки зеленые, не желтеют. Вот один что-то желтеет. Но сейчас он будет в открытый грунт пересажен. И там он будет хорошо себя чувствовать. Будет место для роста корневой системы. Смотрите, как я пересаживаю их. Я выкопал ямку. Ширину и длину она небольшая, где-то 25 на 25, 30 на 30, вот такой размер. Глубина 40 сантиметров. Землю я убрал, почву, которая была, и сюда насыпал перегной. Где-то сюда полтора ведра перегноя вошло, я его смешал с почвой, которая была здесь. Перемешал, чтобы не чистый был перегной, но хорошо перепревший. Теперь смотрите, вот здесь перегной. Присыплю его почвой. Просто почвой. И меряю в эту ямку стаканчик. Можно еще почвы. Пока пусть будет в почве, потом корни дойдут до перегноя. Просто его сюда ставлю и засыпаю почвой, которая... Рукой это неудобно делать, я буду делать лопатой. Засыпаю его, прижимаю. Еще добавлю и потом полью водичкой. И вот на данном этапе тыква будет расти в почве с перегноем. Это лучшее удобрение. И что хочу еще сказать. Далее буду еще, наверное, подкармливать какими-то, может быть, органическими удобрениями, может быть, минеральными, буду смотреть. Но чем-то буду удобрять. Всего у меня здесь, вот видите, 10 лунок я сделал. 10 тыкв у меня есть гигантских. Будем идти на рекорд. Что получится, будете следить. Ну вот, давайте еще одну посадим тыкву. Здесь тоже уже кинул перегной, земля. И вот, допустим, эту тыкву высадим сюда и засыпем почвой. И потом просто польем. Вот так я высаживаю тыквы. У нас уже тепло. Днем 22 градуса, ночью 13-15. Она уже будет хорошо расти. Ну вот так. Еще чуть присыплю и полью. И те тыквы тоже все высажу. Из удобрений, какие я буду использовать, я еще не решил, но буду показывать вам в следующих видео. Вот все эти луночки. Сейчас в них буду высаживать. Да, еще не рассказал вам про габариты. Лунка от лунки размещена через 1,5 метра. То есть растение, одна тыква от другой тыквы, будет расти через 1,5 метра. Это все один сорт, но через 1,5 метра. Этого достаточно будет для одной тыквы. Опыление будет ручное, то есть цветочек с плодом я буду изолировать, потом я покажу. Закрывать
этот цветочек. И рано утром, перед раскрытием, я его руками опылю, опять закрою, чтобы насекомые туда не занесли чужую пыльцу. Ну вот, примерно так происходит посадка тыквы. Кому понравилось видео, ставьте лайк. Кто не подписан на канал, подписывайтесь. Смотрите плейлист о гигантской тыкве. Там я показываю от начала, от посева семян. И закончим разрезанием огромной тыквы. Хочу вырастить минимум 200 килограмм. Попробую вырастить. Какая вырастет, посмотрим уже в конце осени. Всем пока.